C'est vrai que j'ai mis... Да, мне удалось забить 4 гола в 4 матчах, это правда. Это результат тяжелой работы. Всю неделю на тренировках была тяжелая работа, хорошо тренировался. И сегодня как бы это награда. Награда за старания, за труды, за хорошую подготовку. Но это не конечная цель. Я забил 4 гола, но на этом я не остановлюсь. У меня очень высокая марка, очень высокие ориентиры. Я хочу забивать еще больше. Во втором тайме «Локомотив» преобразился, показал другую игру, заслуженно победил. За счет чего удалось так прибавить? Я думаю, первый тайм нам немножко осложнил. Это метеоусловия, это снег. Мы не могли играть свою игру, особенно что касается игры в короткий пас. И во втором тайме качество газона было намного лучше, и мы более-менее уже могли играть свою игру. Я думаю, что поэтому мы выиграли. Мы не могли дестабилизировать «Спартак» так, как мы планировали в первом тайме. Это то, что нам удалось во втором. И я могу сказать, что я забил гол в конце матча. При такой игре я воспринимаю свой гол как большой бонус. Ну, то есть какая большая приятность. Подробнее про победный гол. Как забил, кто отдавал, что было в этом моменте. Алексис Бека-Бека отыграл мне в одно касание мяч. И я оказался в той позиции, над которой я работаю после каждой тренировки и во время каждой тренировки. И я ничего необычного, я сделал то, что я обычно делаю. Это такой как бы удар, закрученный удар, как он это называет, крюк в дальнюю штангу, на дальнюю штангу. И я очень рад и очень счастлив, что забил, потому что это награда за мою работу. Я очень рад, что забил, потому что это награда за мою работу.